что, вы хотите еще немного? Тогда получите живого Буакава Порпорамука собственной персоной. Красавчик, фантастический технарь, супер талант. Какие у него ноги, какой кулак, как он работает. Это звезда. И мы его видели уже много раз. А это Джомхот Кядатисак. Настоящая легенда муай-тай. Четырехкратный чемпион мира по версии WMC. И сейчас нынешний обладатель этого звания. Чемпион турнира на стадионе Люмпини. В 89 году. Дважды он становился чемпионом турнира на стадионе Раджадамнен. Это, конечно, фантастические показатели для тех, кто занимается муай-тай, для тех, кто знает, что такое этот один из самых жестких, а порой жестоких видов единоборств. Тот может, конечно же, понять, что значат такие титулы. Итак, Буакава Порпорамук, 23-летний талант. Выдающийся талант. Он сегодня претендент. И Джомхот Кядатисак, 35-летний чемпион, 13-кратный чемпион мира среди профессионалов по различным версиям. Он сегодня поставил на кон свой чемпионский пояс. И вот в белых трусах чемпион Джомхот и Буакав. В таких черных трусах с белой полосой. Буакава Порпорамук в черные трусы. Джомхот Кядатисак белые. Пять раундов по 3 минуты. Мы с вами находимся в Стокгольме на турнире WMC Explosion номер 3. Взрыв номер 3, турнир WMC и бой за звание чемпиона мира по версии WMC. Вес 71 килограмм. У Джомхота чуть полегче Буакав, 69 килограммов. И улыбка на лице Буакава. Ему это нравится. Буакав молодой претендент. Ну а Джомхот — это, конечно, живая легенда. Оба очень сильные. Посмотрите, какие икроножные мышцы у обоих причем. Ноги в муай-тай – это залог успеха. Кстати, здесь разрешен удар локтем. Вы обратили внимание? По полной версии боксируют спортсмены. Разрешен удар ногой, коленом, рукой и локтем. Нельзя бить головой, нельзя кусать, душить, но... Разрешена работа в клинче, можно выполнять скрутки, броски соперника. Это серьезная битва. Вы чувствуете, какой взгляд у ребят? Наносит бока. Интересно, сейчас защищался Джомхот. Сам пошел в атаку, чувствовал, что провалился, и правой рукой прикрыл себе почки сзади. На всякий случай. Первый раунд закончился в такой разведке. Но им особо разведывать нечего, они друг друга хорошо знают. Второй раунд. Буакав Порпорамук. Проще Буакав и Джомхот Кядатисак.
Еще проще Джон Хот. Джон Хот в белых трусах, Буакав в черных. Коленом с прыжка сверху накрывал Джон Хот. Это, конечно же, очень сложный для исполнения удар. Сейчас лоу-киками обменивается. Вы чувствуете, оркестр немножко ритм увеличивает, набирает. Это традиционно для муай-тай сопровождение боев. В самый нижний уровень сейчас бил Джон Хот. Буакав очень уверенно стоит в ринге, хотя он должен, конечно, чуть поактивнее работать. Он же вызвал на бой Джон Хота, хочет отобрать у него пояс чемпиона. И удар довольно опасный. Jumping spinning back kick в средний уровень, в область печени пробивал и локтем с разворота. Опасно, очень опасно. Одиночный в живот. И вперед пошел Джон Хот. Но тут же блокирует в клинче Буакав. Локоть на локоть. Кросс-курс такой. Валюта надежная. Удар локтем. Вот это лоу-кик наносит Буакав по промук ныне действующему чемпиону Джон Хоту Кято Тсаку. Поднимается чемпион и с большим трудом дышит. Я думаю, сейчас повторит Буакав. И опускается на помост ринга Джон Хот Кято Тсаку. Крушение легендарного чемпиона произошло на наших с вами глазах. Ай да Буакав! Говорил я вам, что это звезда. Говорил я, что с сияющими лучами, но эти лучи оказались очень острыми. Вот как это произошло. Удар вот здесь был пропущен, чуть выше колена. И еще раз в колено справа. И все. Срубили нашу елочку под самый корешок. А здесь по животу был удар. В область печени справа. И на этом бой закончился. Вот это Буакав Порпорамук. Жесткий-жесткий муай-тай. Кого хочешь, выбирай. И сегодня мы выбираем Буакава Порамука. Он заслужил право называться чемпионом WMC. А в следующем бойцовском клубе 13 апреля он состоится. Мы с вами увидим турнир Kaden Heroes. Да, герои, они соберутся в японском Будакане, в самом сердце Токио. И мы все это увидим своими глазами. А с вами был я, Станислав Голованов. До новых встреч, друзья!